Зараз із задоволенням будемо зустрічати наших гостей, які до нас завітали у нашу студію. Це Олександр Доль, основатель, і Владислав Масляніков, Хруст. Доброго ранку. Доброго утра. Це репери, з якими ми будемо говорити про фестиваль, який незабаром вже відбудеться в нашому місті. Фестиваль «Прілом Open Rap 2021». Да. Так? Да. Да. А як настрій взагалі? Прекрасно. Поспати хотілося б побільше, але як звичайно. Ну, треба розповідати, раз є захід, про нього треба говорити. Отже, міжнародний реп-фестиваль в Одесі. Декілька слів, що це за фестиваль, чи він вперше проходить, або це вже не перший досвід? Це вже третій раз подряд ми проводимо міжнародний реп-фестиваль. Він по-разному називався. В 2019 году називався Bad Balance Open Rap, в 2020 году називався Rap Mania, в этом ми вирішили назвати Перелом Open Rap. Несколько слов. Ну, вот будет 25 июня это проходить у нас в Одессе, 18:00. В парке Шевченко. Концертная площадка «Ракушка», возле стадиона «Черноморец». Много учасників різних буде, з різних городів. Скільки місць заявлено? Міжнародно, я так розумію, що мають бути представники не тільки України, але й з інших країн, да. Чи ні? І друге питання – це чому саме «Перелом Рэпфест»? Як назва? Ну, смотрите, в этом году учасники только с Украины, хедлайнеры тоже. А в предыдущих были из Беларуси и с соседней страны. Ну, вы поняли, откуда. То есть, в принципе, ну, он международный, но в этом году просто заявки, так получилось, что 120 заявок, и все вот именно с Украины. Но прошли только 12 групп. И плюс хедлайнеры. Хедлайнеры — это, как известные рэп-исполнители, которые находятся сейчас на территории Украины, и их, в принципе, у них хорошая публика. Это вот пример Жека Расту. У него там по 2-3 миллиона просмотров на клипы, видеоклипы его. И также олдскульная группа Bangy Hap. Они очень известны в свое время были. Вместе с Многоточие и Кастой читали на одной сцене. Через рэп-мюзик прошли. А еще есть, получается, Дон Дрю, у которого тоже совместный трек со Смоки Мо, с Кастой. То есть много известных личностей будут на фестивале. И также с Одессы есть такой рэп-исполнитель Гурский, может, вы знаете, слышали. Ну, фамилия. Чему самое «Перелом»? «Перелом», потому что наша группа называется «Перелом». А мы ранее рассказывали, почему назвали группу «Перелом». То есть это как перелом стереотипов. Переломный момент в жизни любого человека. И ну, по этой причине мы решили назвать «Перелом Open Rap». Но вообще, если честно, мы сначала не заостряли внимание на том, что «Перелом Open» — это как звучит открытый перелом, получается. Но в итоге «Перелом Open Rap» — это... Знаете, вот как переломный момент в хип-хопе города Одессы. Так как открытие нас. Да, и вообще в Украине. То есть это возрождение настоящего рэпа, не только андеграунд. Ну, андеграунд в первую очередь. Что такое справжний рэп, до речи? Потому что зараз насправді рэп-культура на подъеме, ее называют взагалі новым роком, але рэп трансформуется. Як будь-що, і зараз є там кальянний реп, умовно кажучи, який, мабуть, зараз на піку своєї популярності. Що взагалі так, що для, як ви розумієте, що таке справжній реп? Ну, настоящий реп, мені кажется, це той, який йде від серця і іскренний. Тобто, то, що у тебе на душі, ти просто вложиш це в своїх текстах і хочеш донести те, що у тебе внутрі. Есть люди, которые с тобой на одной волне и могут тебя, в принципе, понять через твою музыку. Ну, и у каждого человека свой стиль. И вообще сейчас рэп читают под любую музыку. В принципе, сейчас эти понятия размытые. Да, немножко, да, размытые. Про что зараз читают рэп? Чи рэп — це досі музыка и голос протестов? Чи ні? Ну, мне кажется, что у нее фундамент такой, поэтому по-другому не может быть. Конечно, оно по-любому будет так, потому что это изначально оттуда же пошло все это дело. А зараз? Як? Про що зараз читают? Не, ну сейчас как читают, большинство, есть ребята, которые продолжают, так сказать, свой
протест, да, там, против власти, против каких-то... За справедливость. Ну да, как, за справедливость, против каких-то понятий нелюдских, то есть вот, ну, чтобы было все нормально, по-человечески. Это отстаивание нравственных ориентиров. Да, и есть кто читает просто так, вот как в поп-музыке, ни о чем, так, чтобы просто потанцевать. Ну, как более есть, как развлекательный жанр. Скажіть, будь ласка, в якому форматі буде проходити реп-фестиваль? Це будуть виступи, чи, можливо, будуть батли? Що буде? Смотрите, фестиваль ділиться на три етапи. Перший етап — це учасники. Учасники, їх там 12, ну, груп. Там, как, там є групи, є сольники. Там перший раунд, другий, третій. В третьому определиться перше, друге місце і третє теж. Получить определені там... подарки, кубки и видео, запись видеоклипа, бесплатная запись на студии звукозаписи, туристическая поездка в катакомбы Одессы. Ну, и, ну, там много всяких своих фишек. А потом... С повернением, чи назавжди? Ну, это там как повезет. Андеграунд. Як будут поступати. Это же андеграунд, они поедут в катакомбы, так скажем. И второй этап — это танцы, то есть брейк-данс, это тверк, это данс-степ. Это больше как шоу уже будет. Да. И, может быть, фаер-шоу будет тоже. Сейчас мы об этом тоже общаемся с определенными людьми, которые могли бы нам это предоставить. И третий этап — это хедлайнеры. Известные рэп-исполнители, о которых я ранее сказал. Ну, я не всех назвал, но, в общем, вот, вот так вот все будет выглядеть. Там же еще, а, еще будет сочный вес. Это из, так скажем, группировки «Архангел». Это из Киева, да. Там тоже ребята известные. У них там по миллиону просмотров клипов. Чи будуть, я не знаю правильно, як це, цю термінологію, можливо, є якась назва, яку ви розумієте. Чи будуть якісь, наприклад, коли задається певна тема, ось імпровізовано, треба, як це називається? Фристайл. Фристайл батл. Чи будуть фристайл батл? Да, будет. Бачите, я суть знаю, а термін... Ну, видите, я так много інформації не всю доношу, і ви тут якраз об этом. Чи будуть вони, так? Будуть. Це також буде? Будет мінус, і люди будуть, задається дві теми. Перша тема – Одеса, столиця українського хіп-хопа. А що ж ви одразу говорите тема? Чи це має бути несподіванкою? А ми хотим... В принципі, це вже люди... Они, ребята, кстати, обсуждали, у нас есть телеграм-канал, в котором они общаются, и они там говорят, давайте, ребята, да, будем честными, будем на ходу там сочинять, ну, туда-сюда, да, фристайлить. И они договорились, что будут откровенны. Ну, в принципе, в любом случае, когда человек фристайлит, оно слышно, а если заготовка, оно будет понятно. То есть, понимаете, да? То есть, да, судьи то, тоже на это все будут обращать внимание, если, ну, слышно, что человек фристайлит, вот на ходу сейчас придумывает, то ему, ну, бонусы, да, баллы. Сказали, а судьи. А судьи кто? Судьи будут Борода из группы Bangy Hap, то, что я сказал, вот эта олдскульная рэп-группа, да, известная. И Харли Даймонд, это Одесса. Ну, я думаю, многие зрители слышали о нем и знают. Фестиваль буде суто чоловічий, чи будуть якісь жіночі? Будуть дівчатки, буде Неона, Патронтаж, і теж дівчатки в Україні там участвували на Туберг Open Rap. Занимали какие-то первые места в десятку, там входили Патронтаж вообще в пятерку, то есть это в 2020 году. Довольно это, яркие. Да, довольно яркие девушки и хорошо делают хип-хоп. На рівних будуть якось ці батли чи окремо? А здесь они как хедлайнеры, они не как участники, они будут просто как, ну, читать свой рэп, то есть раскачают толпу там, ну, в таком стиле. А в участниках у нас, к сожалению, девушек нету. Было бы, конечно, интересно, если бы участвовали. Ну, пока місць так, вот пока ребята только подавали заявки. Зараз ми вже казали про те, що реп знаходиться на підйомі, можливо, якось переживає друге народження. І здається, що, наскільки я розумію, що от хвиля таких популярних реперів зараз народилася в Казахстані. Дуже багато таких яскравих реп-виконавців. Що відбувається з реп-культурою в Україні і, можливо, саме в Одесі?
Чи є якісь в нас? Ну, конечно, конечно. Сейчас как раз в Одессе именно такое, так можно назвать, жесткое возрождение, да? Хип-хоп. Да, согласен. Я не знаю, как правильно сказать. Но мы прям бурное возрождение хип-хопа. Сейчас все старая школа, old school, постепенно подтягивается, им интересно. Просто нужна была искра, понимаете? И я считаю, что у нас получилось это сделать. Мы, конечно, не ожидали сначала этого, знаете, как все какие-то серьезные моменты, это сначала на приколе происходит, а потом оно перерождается в что-то серьезное. Вот так вот начинали в 2019 году на первом фестивале. И потом вот так вот народ все больше и больше привлекает это внимание людей со стороны. Есть... Мы видим, как многие к нам подходят сами и хотят участвовать. Дают заявки опять-таки. Есть такие просто, кто хотят, а есть, которые хейтят. Ну, разные есть. Но момент такой, что те, кто хотят, они просто подошли, мы пообщались и участвуют, а те, кто хейтят, они нам, наоборот, популярность прибавляют, потому что хейт — это всегда плюс в творчестве. Багато хейтерів? Ой, достаточно, иногда даже немножко сложно из-за того, что у тебя там хватает каких-то организационных моментов. А за что хейтят? За что могут хейтить? За то, что у тебя получается, а у них не получается. У нас такие, к сожалению, люди, но не все, конечно. Мы же поэтому говорим, есть ребята, которые поддерживают, а есть ребята, которые хейтят. Ну, грубо говоря, конкуренция есть, и некий разлад у нас, это конечно, в Одессе общества. Без перестрелок, слава богу. Без перестрелок. Просто недопонимание некое, возможно. Ну ничего, я думаю, что главное делать свое дело и... Мы всегда... Хип-хоп, он объединяет. Я думаю, мы найдем понимание. Да, я думаю, что всегда так было. Вот даже Децл, помните, когда он начинал эту стезю, его все там хейтили. Ну, его, до речи, хейт его завжди, мне кажется, сопроводжував. Но в итоге он все-таки своим творчеством, как сказал мастер-шеф, донес флаг з піднятою головою до кінця. Скажіть, дійсно, організувати фестиваль, масштабний фестиваль, дійсно складно. Чи є у вас якісь партнери, хто допомагає вам це робити? Ой, да, вот это сложная, интересная такая тема. Хорошо, що ви затронули. У нас по поводу партнеров вообще как-то все время сложно. Особенно в Одессе, если, допустим, в Харькове, в Киеве и даже во Львове есть заинтересованные какие-то спонсоры, да, им интересно вот развивать хип-хоп, то у нас, допустим, в Одессе с этим сложновато. Я не знаю, почему и с чем это связано. Вроде же Одесса, да, там, извините, портовый городок, который, наоборот, должен быть заинтересован в развитии каких-то молодежных движений. А у нас с этим реально сложно. Все спонсоры, которые там будут указаны или уже указаны на афише, это ребята, знакомые, у которых просто есть студия, это ребята, у которых есть там свои какие-то видеокамеры, которые просто идут к нам навстречу, мы им там рекламу делаем логотипа, а они нам бесплатно предоставляют какую-то помощь, то есть победителям будут снимать там. То есть никаких финансов вообще не поступает. Да, если бы они поступали, было бы просто... шикарно и бомбезно. Будет и так круто, потому что мы, чтобы вы понимали, на фестивале 65 участников. Це 6 часов. Це огромна цифра. Лейбли якось будуть, я не знаю, залучені до цього фестивалю? Чи, можливо, хтось буде дивитися, слухати? Чи взагалі немає такого запиту? Ну, у нас є теж свій лейбл, об'єднаний перелом є лейбл. А ми приглашали ребят з PS-REC-а. Це... Тоже лейбл, получается, наш одесский. А еще это есть, я чтобы правильно ударение сказал, Юрий Бардаш. Бардаш, звичайно, да. Это экс-грибы. Да, он, да. Кстати, вот люди смотрят, будет интересно, обязательно приходите. Он будет? Возможно. Он, возможно, если он в этот момент будет находиться в Одессе, он мне сказал, что два трека бы он исполнил бы у нас на сцене, если будет в Одессе. До речи, насколько я знаю, он сейчас занимается продюсерской деятельностью, он шукает на свои лейблы. У него есть уже здесь группа. Да, Edifix. Развивают они сейчас вот эту одесскую группу, он продюсирует, я имею в виду. Да, вот мы как раз у них тоже лейбл, мы их приглашали. Возможно, они тоже будут. Ну, надеюсь. Так, хлопці, тоді давайте запрошувати всіх, кому це близько, кому це цікаво, на фест.
Ну, конечно. Всем, кому интересно, могут, понятное дело, в первую очередь, вбить в Google поисковике «перелом рэп», и там вся информация выбит. А вообще, ну, понятное дело, вот парк Шевченко, 25 июня, 18:00, город Одесса, концертная площадка «Ракушка». Ждем. Приходите, ждем всех, будет интересно, программа будет насыщенной. Мы вас не разочаруем. Приходите, будет класно. Олександр Доля, засновник, та Владислав Масленников, Хруст, були в нас сьогодні в гостях. Очікуємо 25 червня реп-фестиваль. Отже, дякуємо вам і бажаємо ми гарного вам дня. Ну, а всього ми вам продовжимо одразу після реклами через декілька хвилин.